Скачу на педальном коне по дороге, соединяющей Студенки с Усманью. И заодно собираю 5-литровые бутылки из-под незамерзайки. Неоднократно уже говорил за мусор. Еще раз скажу, что мусора, особенно вдоль дорог, как любит выражаться один мой товарищ, ёбнешься. Что можно сказать по этому поводу? Скажу то, что преимуществе своем народ плевать хотел на природу. Съехал я с автомобильной дороги, сейчас буду переходить ЖД пути. Двигаюсь в магазин на светофор Победа. Вот такая вот заброшенная ЖД-ветка. Я еще помню те года, когда по ней дизельный тягач тягал вагоны со свеклой. Эта ветка идет от ныне уже не действующей свеклобазы. На эту свеклобазу раньше грузовиками с Усманских полей свозилась свекла, а уже непосредственно по рельсам эта свекла доставлялась туда, куда ей необходимо. К примеру, в Добринский район, на сахарный завод, в село Плавица. И вот, как я понимаю, ведь это же неспроста было сделано. Сделана рельсовая вот эта вот транспортная артерия, назову ее так, да? Ведь сейчас все это переложилось непосредственно уже на колеса грузовиков. Теперь уже грузовики выполняют ту роль, которую выполняли поезда, вагоны, рельсы. И все мы знаем, как многотонные, да, грузовики выдавливают асфальт. Вот я не понимаю, ведь это же разумно. Вот, по примеру, тоже свеклы транспортировать все через рельсовые артерии. Ведь до этого сахарного завода идет железнодорожные линии. Почему? Неужели из-за того, что нужно обогащать вот этот вот нефтяной сектор? Ведь идет обогащение нефтяного сектора, но в то же время идет ухудшение автомобильных дорог, на которые выделяются опять же государственные деньги. Как-то вот у меня это не складывается. Объясните мне, дураку, в чем я сейчас, возможно, ошибаюсь.